В 1955 году первый Ленинградский медицинский институт получил в пользование участок рядом с поселком Васкилово, Зеленый мыс, на Лемболовском озере, для строительства оздоровительных учреждений. Руководством строительства спортивной базы и организации лагеря занималась кафедра физического воспитания, а часть своего труда вложили все сотрудники и студенты института. Когда приезжаешь из города и находишься на этом месте, видишь уголок нетронутой природы, чувствуешь свежий ветер с озера, то рождается желание обязательно вернуться, побыть чуть дольше. История лагеря на базе может служить подтверждением или свидетельством такого желания возвращаться. Середина 60-х годов в летнем лагере в три смены по 20 дней с конца июня и до конца августа отдыхали 180 студентов и 90 сотрудников института. В каждую смену работали три преподавателя кафедры физического воспитания, два повара, врач, медсестра и водитель автобуса. Зимой – десятидневный лагерь и, дополнительно, выездные школы профсоюзного актива, сдача норм ГТО, дни здоровья, лыжные кроссы. В 1978 году открыл лыжные кроссы и первым стартовал ректор, профессор Миняев Владимир Алексеевич. В лагерь приезжали и с детьми, и с внуками. Конечно, жизнь на природе способствует объединению людей, неформальному общению, дружбе, контакту на более тонком эмоциональном уровне. Лучше вуза в мире нет, чем любимый первый мед. Сейчас на загородной базе первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова проводится мероприятие для студентов. Ежедневные дни здоровья ведет кафедра физического воспитания и здоровья. Транспортный вопрос решен удобным и эффективным способом. Доставка от станции метро Парнас на микроавтобусах с соблюдением современных требований к безопасности и комфорту. Ежегодную военно-патриотическую игру «Зорница» и акцию посвящения в студенты для первокурсников организует студенческий актив и отдел по воспитательной работе. Под личным контролем ректора университета проходят работы по ремонту и строительству, планируется дальнейшее развитие базы.